улице 15 лет Комсомола, рядом с рынком, кладут новый асфальт. Не делают текущий ремонт, не делают заплатки на дорогах, а прям новый асфальт кладут. Гладко стелят. И все замечательно, вроде бы. Вот к организации работы есть на самом деле вопросы. Во-первых, люди, жители города, никак не были предупреждены о таких работах. И, как мы видим, дорожники перекрыли парковку уже после того, как приехали на место. Здесь были припаркованы автомобили, и они лентами закрыли уже припаркованные автомобили. Люди, которые собираются выехать из парковки, они подзывают рабочего, чтобы он поднимал им ленточку, и вот под этой поднятой ленточкой они проезжают и выезжают на дорогу. Того, что половина дороги сейчас перекрыта, и для парковки в том числе, приезжают люди и не понимают, куда парковать свои автомобили. Парковать-то они их где-то должны. Из-за этого они паркуют на обочине улицы Рябкина. Улица Рябкина к этому была явно не готова. Два встречных потока здесь разъезжаются очень трудно. Из-за этого собираются большие пробки. Вы скажете, так вот же есть огромная парковка, на которую можно вставать совершенно спокойно. Ну, как бы нет. Въезд в эту парковку сейчас перекрыт из-за того, что там идут дорожные работы. Более того, автомобили, которые были здесь припаркованы, выехать тоже не имеют возможности. Ну и как только начались серьезные проблемы с пробками, въезд решили на эту улицу перекрыть полностью. Всех выпускаем, никого не впускаем.